Вот он, горох. Видите, он засох здесь. Он путем не прорастает. Вот. Потому что нет воды, нечем полить. Вот помидоры, вот огурцы посадила. Они тоже все пожухли. Любовь Капитанчук разводит руками. Ее посадки – убогое зрелище. Рассада без воды не приживается и сохнет. Осенью урожая не жди. Полить мне нечем, нечем. Хоть плачь. Деньги собирают, все, а работы никакой нигде не ведется. Перебои с водоснабжением в Южном последние 5 лет, говорят дачники. Но в этом году председатель обещал, с водой проблем не будет. Любовь Капитанчук утверждает, на радостях накупила рассады на 7 000 рублей. Но на насосной станции вышел из строя насос. Восстановить его не удастся. Техника 87-го года выпуска свое отработала. И сейчас мы остались с единственным маленьким насосом, так называемым резервным. Но к нему у нас не было двигателя. Я уже 2-й год говорю дачникам, что у нас нет двигателя для резервного насоса. Покупать нам его не на что. Чтобы наладить воду, дачники на собрании договорились скинуться по 100 рублей с сотки. 2500 отдала за 5 соток. А результат ничего. Вот немножко брызнуло и все. Там у меня... Председатель Руслан Алиев утверждает, деньги на двигатель для насоса сдали только 10 дачников из 600. Несмотря на это, он обещает починить агрегат в ближайшие дни. Воду будут подавать по прежнему расписанию 3 раза в неделю. Елена Васютина, Евгений Сульбереков. Новости 7-й телеканал.